Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 44 учебника математики для 3 класса автора Моро. Запиши любое однозначное число и любое двухзначное число. Однозначное число 5, двухзначное число 23. В однозначном числе должна быть одна цифра, а в двухзначном числе должно быть две цифры. Прочитай числа 100, 250, 606, 999. Объясни, почему такие числа называются трехзначными числами. Эти числа называются трехзначными числами, потому что в их записи используются три цифры, три знака. Третье задание. Число 1000 записывается так. 1 и 3 ноля. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши социальные сети.